Всем привет, друзья! Как обычно, мы на рыбалке, как обычно, с жерлицами. По-темному выставились. Пока что нету поклевочек. Будем ждать. Друзья, первая сработочка. Идем смотреть. Вот еще одна сработочка, но тоже, скорее всего, пустая, не мотает. Друзья, у нас работочка. Пойдем посмотрим. Ну, издалека видно. Не мотает. Ну, как обычно, мелочь не размотана. Сейчас посмотрим. Тянет чуть-чуть и бросает мелочевочка. Живец сегодня у нас плотва. Ну так, погрызла чуть-чуть. Потрепанная. Друзья, смотрите, какая красота. Две сработки сразу. Пойдем посмотрим, что там нам.
Ну, как обычно. Размотки нет. Мелочевка балуется. Пойдем вторую посмотрим. Причем эту жерлицу 5 минут назад я заряжал по новой. О, тут подразмотано чуть-чуть. Ну что, посмотрим. Никого. Ну, размотало опять хорошо. Вот она, эта плотва. Погрызли ее капитально уже. Ну вот, сейчас посмотрим вот эту. Кто тут? Обычно никого. Ух, как погрызли ее. Нехило. Друзья, решил половить окушка, пока поклевок нету на жерлице. Ну и вот, 4 штучки уже есть. Такие, грамм по 100. С одной лунки все включил камеру, и клев как обрезал. Что ж, пойдем в другую лунку сходим. Thank you.
Ага. Ох ты ж, и ушел. И ушел окушок. Так хорошо ударил. Опа, есть. О какой, ребят. Это окунёк. Вот это окуньки. О какой. И все, он больше не хочет. Пойдем следующую попробуем. Тут не хочет. Значит, пойдем в ту, где больше всех поймали. Вот какой окушок.
Оп. Небольшой. Этого отпустим. Не хочет. Опа, есть. Куненок. Хотя 10 минут назад сюда приходил, да даже 5 минут назад, ни одной поклевочки не увидел в этой лунке.
Сейчас сразу сходу клюнул. Свеженькую лунку проверим. Опа. О, ребят, что-то очень хорошее. Ух ты, какой окунёк. Чуть не ушел с блесной. О, какой, ребят. Друзья, полная размотка. Значит, кто-то может быть. Кто-то у нас есть. Рыбка довольно-таки неплохая была. Что-то я не понял, сошла что ли? Как-то сначала тянулось тяжело. Да, сход. Блин. Mm-hmm.
Друзья, наш рыболовный день подходит к концу. Вот наш улов. Семь окуней. На жерлице одни холостые сегодня поклевки. Ничего мы не поймали. Так что так. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И всем пока.